Самарской области увеличилась заболеваемость с сахарным диабетом. Сейчас на диспансерном учете состоят порядка 111 тысяч человек старше 16 лет. Это пациенты, страдающие диабетом первого и второго типа. За 7 лет число таких пациентов выросло на 30 тысяч. К тому же болезнь сильно помолодела. Если раньше проблема касалась подростков, то сейчас все чаще за помощью обращаются дошкольники. Если мы сейчас откроем в различные... У нас, к сожалению, тренд пошел такой. Мы боремся с тем, что очень многие мамы отказываются от вакцинации детей. Да? Это фактор, который детки у нас начинают болеть вирусными различными инфекциями, и очень многие вирусы, они влияют на состояние и поджелудочной железы, и многих других внутренних органов.